Всем привет! Привет, мои хорошие! Ну что, как вы? Как ваше настроение? Как ваши дела? Я на кухне тут шуршу. Я вам уже говорила, да, вчера, что мы сегодня еще встречаемся с друзьями, с которыми раньше проводили все время. Все праздники, все выходные вместе. Вот у нас мальчишки, дети плюс-минус одного возраста, ну и всегда вместе гуляли. Ну а теперь получается, одни были, вернулись назад в Украину, потом опять вернулись, вторая моя Анютка подружка, она работает, взвалила на себя кучу. Ну, в общем, у каждого заботы, у каждого проблемы, у каждого семья, жизнь, и все течет. И, в общем, не было никогда в последнее время, не было, в общем, у нас времени. Но, коль сегодня у девчонок выходной, так что мы решили спустя столько времени встретиться. Так что готовим, кто что хочет, кто что может, в общем, накроем себе там столик и встретимся. В общем, так, скажем так, и Пасху отметим, и встречу, и просто проведем время вместе. Я тут пиццу делаю, сейчас покажу. Вот. Я вот такую пиццу сейчас забабахаю, поставлю в духовочку. Сейчас ее еще только сырочком засыплю. Вот. Тут у меня эти куриные котлетки, фарш сделала. Сейчас пиццу поставлю в духовку и начну жарить котлетки. Ну, а потом посмотрю, что еще и к чему. Так что вот так вот, естественно, как всегда, мне легко, потому что я с помощником. Да, Барнюшенька? Барнюш, ты помогаешь маме? Да? Ну, прости, не обижайся. Мама сказала, ну отойди ты, сейчас упаду. Да. Все? Ты пообижался? Ты пообижался, мой зайчик? Моцарелку сейчас. Упс. И распространю. И поставлю в духовочку. У нас сегодня Даниил Максимович пошел в школу. Первый день. У нас уже закончились каникулы. Сегодня первый день школы. Ну, у него, правда, еще после школы английский должен быть. Вот, мальчишки-то никуда не ходят, но коль уже друзья приезжают, так что сегодня разрешим ему прогулять школу. Вот, и пойдет погуляет с пацанами. Ничего страшного. Он у нас в этом деле молодец. Хорошо учится, так что можно позволить. И отправляю теперь свою красоту в духовку. Мы уже приехали в парк, выгружаемся и пойдем погуляем. Погодка у нас прекрасная. Зай, так может это, а потом, если понадобится, вы доставили, принесли его. Сегодня вроде бы так и солнышко, и там, ну, ветерок. Ветерок присутствует. Я, правда, что-то сегодня такая, как-то так быстро очень устала. Ну, день на день не приходится. День, знаете, такой, можешь там и готовить, бегать, все это. А день раз, два и все. Как-то подустал. Ничего, посижу сейчас, расслаблюсь. Вот. Вот, я накинула все равно длинный рукавчик, потому что дело идет к вечеру, чтоб не замерзнуть. Ага. Так может ты хочешь, давай мне сумку, а ты перегони.
это займет. Ой, так там он еще впереди еще есть. Мы раньше на протяжении там, наверное, года 4, практически в субботу или в воскресенье 100% здесь обедали. Единственное, что снимать, наверное, не буду, потому что ребята против. Не хочу тыкать камеру и быть, скажем так, навязывать свои съемки. Зая, куда вы пошли? Там же не пройти. Вот тут же, по-моему, только проход, там же нет. Мы ж не полезем через забор. Птички, красотень. Тут ничего такого нет. Просто вот столики, знаете, этот тенечек, ну так вот. Именно посидеть в тишине и спокойствии. Что-то Анюта меняет дислокацию. Смотрю, накрыла сначала на одном столе, а потом побежала на втором, на другой. А, поменяли место. Так вот, видите, здесь столики стоят. И вот так вот по всему периметру они там стоят. Выходные дни практически тут не найти свободное место, чтобы посидеть. Вот так очень удобно. Вышли, дети себе всегда возьмут мяч, гоняют, а родители себе там по винцу, по пивку. В общем, жизнь прекрасна. Все. Заканчиваю я, ребят, не буду снимать. Пока. А то сейчас будут кричать, не хочу сниматься. Я с орешками. Ты, Саша, помнишь? Серый с орешками. Никогда не брали в Мерталоне? А, которая там тройки сидит. Да. Не-не, мы сами. Ну, может, Денис пришел. Ну, да? Денис есть, но я не Денис знаю. Пришел. А, Денис есть, да? Да, мы пошли гулять. На автобусе приехал. Здесь лазят, не знаю. Пошли, пошли, уже все пошли. Скики вкусняшки. Бывает с ними, да, пошли? Не, мы не сидим. Ну, хорошо, они сидели, я думаю. Не, ну я думал, что наш тоже не будет. Не, вон она сидит. Молодец. Я снимаю на видео, так что... Все, можете перестать улыбаться. Я снимаю на видео. Выставлю, пусть люди тоже поплачут.